Вячеслав родился в августе 2014 года. В мальчике уже различим твердый характер будущего мужчины. Несмотря на то, что он еще совсем малыш, Вячеслав проявляет смелость и уверенность в себе. Живым, пытливым взглядом внимательно изучает все вокруг. Если его что-то заинтересовало, может подолгу и с любопытством разглядывать. Большую часть времени на лице мальчика серьезное и сосредоточенное выражение. По словам воспитателей, Вячеслав капризничает очень редко. А когда он улыбается, то светится искренней детской радостью. Вячеслав очень любит играть с автомобилями. Катает маленькую машину и пытается подражать звуку мотора. Увлеченно вращает руль большого игрового авто. Наверное, в сердце мальчишки уже живет любовь к путешествиям. Малыш очень открытый и общительный. Хорошо идет на контакт и со взрослыми, и с детьми. С удовольствием играет с другими ребятами. Мы надеемся, что любящие мама и папа в жизни Вячеслава появятся очень скоро.